ничего. Нужно срочно возвращаться назад. Эй, Майкл, это снова Дон. Я знаю, у тебя на меня зуб. Я все понимаю. Но, кажется, я знаю, как помочь нам всем. Ты мне просто перезвони. Сколько еще звонить? Может, перейдем к запасному варианту? Слушайте, он перезвонит. Да. Прошу прощения, мне нужно осмотреть пациента. Это займет пару минут. Он перезвонит. В коридоре кофейный автомат. Он перезвонит. Немного терпения. Ну как там, док? Все хорошо. Вы, кажется, раньше не приходили. А? А? А что это? Я вас вроде не знаю. А?